Система отопления жилевого фонда Могилевщины будет переведена у режим протепливания. Отповедный рекомендационный лист накированы УГАРы и райвыконкамы в области. Про это отзначили в отделе палива и энергетики Могилевского облвыконкама. Такое решение, удокладняют специалисты отдела, принято в связи с повышением температуры. В ближайший час плануется перевести систему отопления жилья в максимальный режим экономии, а с уликом выполнения социальных стандартов. Нагадаем, сгодно с ими, комфортная температура в квартирах лишится показчики от 18 до 24 градусов тепла. То же самое дотычит и социальной сферы. До речи, и по прогнозе могилевских синоптиков, в ближайшие дни на дворе довольно теплое. Так, 17 кастрычника будет в облачное с прояснениями на дворе. По области местами махчимы опадки, а слупок термометра у день узнимется до плюс 13, плюс 17 градусов. У середу станет еще кроху теплее, местами навод до плюс 18, але узмацнится ветер, порывы складут до 14 метров за секунду. И у четверг так само тепло и без опадков. У нашей плюс 3, плюс 8, у день 10, 16 со знаком плюс.